Сначала никакой болтовни, просто смотрите отель, похожу, поснимаю. И если вдруг кому-то там будет интересен мой спич о плюсах и минусах, то досматривайте до конца, там все расскажу. А пока вот, пожалуйста, смотрите. Если вы, ребята, досмотрели до этого момента, то как бы мои впечатления от всего. Значит, плюсы и минусы. Расскажу про гостиничный комплекс. Момент первый из плюсов, что очень круто, то что отель находится в 10 минутах от аэропорта. В реальных 10 минутах. Я не риэлтор, да, который говорит там в 5 минутах от метро, а потом 30 минут вы шагаете пешком. Нет, тут реально можете посмотреть по карте. Это очень удобно, быстро и круто. То есть не надо ехать куда-то там 2 часа. Территория реально большая. На территории есть где-то 5 бассейнов, больших бассейнов. Есть 2 бассейна детских, глубина 50 сантиметров и 110 сантиметров. И они подогреваемые. Что круто, там постоянно тусят все дети. Сейчас декабрь, 24 декабря. Вы видите, как я одет. То есть здесь бывает ветрено. Бывает прохладно, особенно вот в это время. До этого неделя была достаточно теплая. Мы ходили все в шортах, загорали и загорели. Но надо с собой брать что-то, как бы, если вы едете зимой, что-то накинуть. На территории есть, помимо бассейнов открытых, есть еще крытый в спа. Крытый бассейн, там тоже он подогревается. Там же есть спортзал. Спортзал хороший, он небольшой, но там есть как бы все необходимое, хорошее оборудование. И, кстати, здесь по береговой линии, по всей, она где-то, ну, мне кажется, километров 10. Я бегал там, убегал на 5 километров. Здесь по этой береговой линии вот этот отель, он, наверное, пожалуй, один из лучших. Есть здесь все, большая территория, есть здесь 5 ресторанов. Но здесь сейчас проходят определенные реконструкции. Мы сказали, что после Нового года некоторые рестораны будут переносить местами, переделывать. То есть есть там фудкорт возле пляжа, фудкорт куда-то перенесут какой-то ресторан в одно место, другой в другое. Сейчас здесь 5 ресторанов. К примеру, там один ресторан называется итальянский, но это как бы типа итальянский, на самом деле как бы еда далека от итальянской. Ну, в плане еды здесь есть все, все включено. Еду вам описывать не буду. Можете представить, что такое все включено. И шеф-повар здесь, кстати, из Турции. Какие турецкие все включено, вы также знаете. В отелях хорошего уровня. По алкоголю, да, это из минусов. Значит, здесь всего один вид пива. Обычный светлый местный лагерь. По крепкому алкоголю, то есть, допустим, тот же самый виски. Это не виски. Я это называю напиток со вкусом виски. То же самое касается там джина, текилы, все такое. Вот. Но от этого алкоголя не болит голова на следующий день. Ну, в принципе. Но если, конечно, вы наклюкаетесь до чертиков, то от любого будет алкоголя болеть. Но здесь, в принципе, он нормальный. Но я не там фанатик какой-то, да. То есть я эксперименты не проводил. Мини-экспериментик делал. Здесь есть детский клуб для детей с русскоязычными ребятами, аниматорами. Он работает с 10 до часу. И потом он работает с 3 до 5. То есть не целый день, но, тем не менее, время определенное есть для того, чтобы сдать детей и сами
самим там погулять, походить. По номеру. Номер 45 квадратов. Мы с семьей, два взрослых, два ребенка, помещаемся отлично, вопросов нет. Большая кровать, раскладывающийся диван. Нам хватает терраса, вот с нее я, собственно говоря, и вещаю. Здесь можно вещи посушить. И что касается дополнительных мероприятий. Я бронировал как бы все включено, но при этом мероприятия там, ну какие-то там дайвинги, я это брал отдельно. Дайвинг. На семью, значит, весь день. На лодке вы уплываете, два взрослых, два ребенка, выходит на рубли 10 тысяч рублей, на доллары там 100 с небольшим, 120-130 долларов. Выходит на семью, это все включено, вас там везут, вы на лодке плаваете, с утра, с 8 утра выезжаете, в 4 вечера возвращаетесь. Питание, погружение, все-все-все, вот это вот на всех нас вышло в районе 10 тысяч рублей. Есть, значит, прямо на территории отеля вот это все можно организовать, пойти, все они на русском говорят, там есть этот центр всех этих туристических мероприятий. Либо можно выйти за территорию отеля, и там просто на дороге куча всяких вот этих вот забегаловок туристических, грубо говоря, где все это дело организуют. Но если вдруг что-то произойдет не так, да, то здесь вы знаете, где, что, как жаловаться, там как бы это уже отдельная история. Здесь вы можете там в отель прийти, да, и грубо говоря, там меня что-то не устроило. А там это уже, они никак не относятся к отелю, поэтому там может быть чуть дешевле, но при этом здесь все-таки они стараются поддерживать качество. Там у меня знакомые бронировали, выходили там, что-то бронировали, не всегда были довольны, то есть не все делалось на том уровне, на котором должно было бы делаться. И также, что я вам могу сказать, важный момент, когда вы выходите, значит, на береговую линию, здесь проходите минут 15, и есть у вас пирс, и у вас также есть риф. И вы можете прямо с пирса нырнуть, заплатить 3 доллара, взять в аренду маску и нырнуть и посмотреть рыб. Это прям вот 15 минут ходьбы отсюда. Ну, естественно, как бы, если вам не холодно плавать в декабре. Мне не холодно, очень красиво, классно. Поэтому имейте в виду, что это прям есть здесь, вот прям возле территории отеля. А, да, еще я бронировал, значит, заказывал багги. Можно брать багги здесь, можно брать квадроциклы, уезжать на сафари, там пару часов вы катаетесь. Значит, квадрик стоит 25 баксов, багги я брал на семью, 4 места, 50 долларов. 50 долларов. Вас везут до этого сафари-парка, там вы садитесь на багги или на квадрик и едете по пустыне, гоняете, там верблюдиков смотрите, ну и потом возвращаетесь и вас привозят в отель.